Воин света знает, что цель не оправдывает средства, ибо цели нет вообще, есть лишь средства. Жизнь ведет его от непознанного к неизведанному. Каждый миг бытия окутан этой жгучей тайной. Воин не знает, откуда он пришел, как не знает и куда идет. Но здесь он оказался не случайно. И душа его ликует, неожиданно пленяясь новыми впечатлениями. Нередко он испытывает и страх, но это для воина вполне в порядке вещей. Если воин устремит все свои помыслы исключительно к достижению цели, он способен будет проглядеть знамения, явленные ему на пути. Если он сосредоточит все внимание только на одном вопросе, то потеряет ответы, а ведь они совсем рядом. И потому воин вверяет себя высшей силе.